Владимир Матвеевич, уважаемые жители Белохолуницкого района. У нас уже зимой этого года состоялась встреча, которая была посвящена и реализации мероприятий программы модернизации, и тем проблемным вопросам в системе здравоохранения, которые имели место в Белохолуницком районе. Что мне хочется сказать? Вот сегодня уже глава района отмечал демографические показатели, и действительно следует отметить, что рождаемость в Белохолуницком районе в 2012 году, она лишь чуть отставала от показателя Кировской области. За первые 5 месяцев 2013 года жители Белохолуницкого района добились определенных успехов, и показатель рождаемости, приведенный к годовому, составляет 14,4 на